Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Ну что, давайте поиграем с вами Clash Royale. Так, ну-ка, что у нас здесь выпадет из сундучков? Так, отлично. И мушкетер. Хорошо, давайте второй сразу откроем и посмотрим, что из него. Так, гоблины. Так, лучница выпала. Так, хорошо. И у нас один ящик с вами активизировался. Так, орда миньонов. Валькирия. Ну что же, довольно пока неплохо. Ну что здесь у нас? Эпический сундук. Эпический сундук 6000 голды стоит. Да, довольно неплохо. Ярость эпическая. Что такое ярость, а? Это случайно нигде они начинают бить как сумасшедшие? По-моему, эта карта, да? Даже пока не знаю, неохота мне пока делать. Вот. Так, королевский сундук, ребята, мы с вами можем, в принципе, активировать. Точнее, заработать на него. Нам нужно всего лишь 10 побед. Ну что ж, давайте попробуем набить. Так, чики против нас. Ну что ж, хорошо, давайте тогда приступим. Я не знаю, попробую ведьму выслать. Он ждет. Ага, пошел мечник. Ладно. Так, и дракон. Ну что ж, давайте мы сделаем вот так. А теперь вот так. Ёлки-палки, не ожидал, что он тут разбомбит мне все. Если честно. Так, давайте теперь тоже выкинем гоблинов. Так, и теперь еще миньонов. Так, и тоже выкинем лучников. Так, ладно. Но все равно, ребята, у меня очень сильно башня повреждена. 262 хп осталось у нее. Опять он здесь за свое. Ладно, поставим мушкетчика. Так, и скелетиков. Так, ладно, одну башню он, как видите, не снес. Тут, как говорится, ничего не поделаешь. Ну, у него осталось маленечко. Я ему тоже снесу. Есть такая вероятность, что я могу это сделать. Если, конечно, у меня это все получится. Так, ну он вызвал валькирию. Ну что же, хорошо, валькирия так валькирия. И сейчас у меня побежит на кабане. Успеет, нет, я не знаю. К сожалению, не успел. Так, давай, 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 беги. Так, давайте мы вот так вот сделаем. Ну, а здесь вот так сделаем. И тоже нападем. Так, что тут у нас? Ну, ладно, хорошо. Раз он так, мы тогда так же будем делать. Всадника на кабане вызовем. Ну, как-то так должно получаться у нас. Так, давай, 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 дракона этого сносим. Теперь лучники. Так, и опять он тут высылает своего этого. Ну, мы, естественно, его зажимаем. Так, бочка полетела. Хорошо. Давайте сделаем так. И вот так. Здесь, естественно, мы будем зажимать.
Так, и всадник на кабане. Так, не получилось пока. Ладно, не беда. Ёлки-палки, сейчас он, блин, я проиграл, да. Лопухнулся я, конечно, с всадником. На коне. Хрен с ним, ничего страшного. Поехали далее. Ну, где? Чё? Чё так долго ждём? Хорошо, давайте начнем с ведьмы опять. Начнем с ведьмы и всадника на кабане. Я, наверное, сейчас, ребят, запущу. Хотя нет, все поменялось у меня. Однозначно. Так, отлично. Ага, вот так вот, значит, да? Хорошо, тогда и мы так же сделаем. Так, и вызовем лучников. Что это такое? Не знаю, что это за обелиск. Ну, сейчас узнаем. Давай, валькирия. Смотрите, жжется. Тогда гоблины помогут мне в этом деле. Ну, давайте, бейте вы. Все, отлично получилось, все шикарно. Тут миньонов попробуем. Не знаю, успеет они, не успеет перехватить. Так, отлично. Пока вроде справились. Давайте попробуем всадника на кабане. Да, снесли. Мы снесли у него башню. Так, теперь посмотрим, что будет, если мы вызовем валькирию. И бочка. Бочка полетит у нас, наверное. Хотя нет, подождите. Бочка у нас сейчас не полетит. А вот так вот мы сделаем. Так, отлично. Полетела у нас следующая бочка с гоблинами. Так, и вот так мы сделаем. Так, и еще одна бочка полетела. Так, ну что, давай на кабанах, успеешь? Так, бежит, 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 бежит орда. Так, здесь нам нужны скелеты. Ой, скелеты. Конечно же, валькирия. Так. Ну. Чуть-чуть не хватило, ребят, чуть-чуть. Тут, как говорится, кто кого. Спутай. Нет, 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 нет. Не дожаривай. Проиграл, да? Да, ребята. Не успел. Чуть-чуть буквально не хватило мне. Ай, печалька. Так, надо мне что-то поменять в картах. И это, наверное, я думаю, будет. Так, сейчас, ребята, возьмем шар. Да, возьмем шар. Будем его использовать. Это будет у нас вместо лучников. Так, и, наверное, мы еще с вами возьмем. Ну, а почему бы, я не знаю, вот этих вот миньонов не улучшить мне? Очень эффективно, когда их много. Так, давайте еще сделаем улучшение. Так, отлично. Ну и, в принципе, даже не знаю.
Так, давайте возьмем их. Использовать вместо кого? Вместо трех миньонов. Нет, мы, наверное, сделаем место на кабане. Вот так вот мы поставим. Ну и попробуем, ребят. Попробуем, почему бы и нет. Все надо пробовать. Иначе никак не понять. Хорошо, давайте сделаем вот так вот. Пускай он на нас идет. Вызываем здесь шар. Пускай он летит. Так. Тут, значит, у него кабан. Ага. Давайте вызывать валькирию. Так, ну и что дальше? Он вызывает дракончика. Хорошо, мы вызываем тогда с вами ведьму. Так, ведьму и мушкетчика. Пускай они тут бомбят, а здесь мы с вами, наверное, вызовем скелетов. Ну, как-никак, все-таки хоть что-то забомбили. Тут уж никуда не денешься против этого. Так, ладно, все это мы с вами проходили. Так, нужно мне кто? Мне нужна валькирия. Давайте вызывать ее. И тоже вызовем с вами, наверное, воздушный шар. Да, мы как раз успеем его вызвать. Пускай он летит. Так. И миньонов еще. Так, и дракона. Отлично. Замечательно просто вышло. Но почему мои скелеты, я не понимаю, постоянно проигрывают? По какой, блин, причине? Ребят, кто мне подскажет? Твою мать. Проиграл. Так, ну что же, ладно, поехали. Шар у нас полетел. Давайте поставим здесь валькирию. Замечательно. Так, мушкетчик. Ага, орда скелетов. Ну что же, хорошо, пускай будут скелеты. Не помогли они ему. Кидаем бочку, ребята. Так, он взял ведьму. А, нет, это пека. Это у нас пека. Ну что же, на пеку у нас найдутся свои разборки, это естественно. Мы их задаем. А там он уже пускай что хочет там пуляет. И ведьма у нас пошла. Ведьма пошла, и я вот думаю, что, наверное, мы будем все-таки выпускать с вами шар. Да, выпустим воздушный шар. Пускай шарик наш летит. Так, отлично. Давайте тоже вызовем мушкетчика и миньонов. Так.
Давайте так сделаем. Так, что? Всех подбил, что ли, мне? Непонятно почему. Так, и поехали далее. Так, что он там, Пеку вызвал? Ладно, уничтожим и Пеку. Так. Ну что же, давайте ведьму и, наверное... Ну уж нет, как-нибудь не так. Отлично. Так, мне нужен шар. Шар, ребята, нужен. Отправляем шарик. И отправляем бочку. Ну что же, все. Победа за нами. Так, отлично. Нам еще... Нам еще 4 победы нужно, чтобы открыть сундук. Попробуем. Так, ведьма. Давайте ставить ее. Ну и следующий, наверное, у нас будет шар. Хотя нет, шар не будет, ребята. Здесь у нас появляется намного грознее враг. Поэтому пока нам не до шара. Ну, он, как видите, довольно сильный. Так, давайте шар отправлять. Ёлки-палки, ну, миньоны, ну как же вы долго, а? Ну что же, от базы там почти уже ничего и не осталось. Ладно, уничтожаем тогда башню. Отлично, подбили. Здесь мы вставляем валькирию. Ну а здесь, естественно, миньонов. Так, стреляет стрелами. Дальше начинает по валькирии он бомбить. Слушайте, я вот только сейчас понял, что у меня слишком дорогие. И миньон дорогой, блин, и дракон. Как-то, блин, не вяжется маленько по картам. Слишком дороговато обходится мне это все. Так, ладно. Кидаем туда бочку. Так, ну а здесь выставляем груду скелетов. Так. Не знаю, на что он тут рассчитывал, вызов этого кабана. Но шар у меня однозначно сейчас полетит. Так. Что у нас тут получается? Ничего пока хорошего, ребят. Ничего хорошего. Бочка моя полетела. Если не успеют, то все. Победа за нами. Да. Наша победа, ребят. Не успеть ему никак. Ух, да. Еще бы немножко и проиграли бы. Ну, а так выиграли. Сколько нам еще надо? Так, еще 2 победы, ребята, нужно до королевского сундука. Продолжаем. Какой-то рояльс против нас. Угу.
Ну, я даже не знаю. Ну, давайте для начала вызовем мушкетчика. И ведьму. Ага, он тоже ведьму вызывает. Тогда мы здесь вызовем с вами вот так вот. Это самый оптимальный пока вариант, ребят. Из всего. Так, и бочка, бочка, бочка с гоблинами. Так, ну что, гоблины вроде так неплохой урон нанесли. Так, здесь мы отправим шар. Так, и что же? Я даже не знаю, что и сделать-то теперь. Так, он вызывает Пеку. Он вызвал Пеку. Пека тут, естественно, делает своих делов. Ладно, не будем мы пока ничего трогать. Пеку разбираем. Миньоны мои разбирают. Ух ты, ух ты. Смотри, что делает. Придется нам так же делать. Так, и надо бросать бочку, ребята. Что еще делать? Ну, давай, 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 быстрее. Ну, замочили, отлично. Надо шар теперь как-то выпускать. Как-то выпускать шар. Куда ты бежишь, а? Рыцарь, ой, рыцарь. На кабане. Давай. Иди сюда. Так, ну что же, побежали орки. Отлично. Так, что тут у нас? Пека, значит, да? Ну ладно, давай Пеку. Попробуем, не знаю, прокатит, не прокатит. Но, тем не менее. Так, и выпускаем шар. Ну, все, я думаю, здесь понятно, что шансов у него никаких. Ну что же, и получаем с вами королевский сундук. Сейчас будем открывать, смотреть, что в нем нам достанется. Так, отлично, давайте брать. И смотрим. Так, деньги. Кристаллы. Так, лучник. Тесла. И варвары. Так, мини-пека. Ну, в принципе, и все. Да? Да, ребят. Так, этот у нас через 2 часа, через 2,5. Ух ты, а вот это что такое? Арена 4, закрытая. Это что за сундук такой? Огромный сундук. Это он может содержать 28 редких карт? Или чего? В общем, не знаю, потом мы это с вами откроем, когда у меня тот активируется, вот этот вот, через 2,5 часа, и глянем с вами, что мне выпадет. Ну что ж, ребята, давайте, наверное, я тогда на этом буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Если что, подсказывайте мне, как лучше играть, какие лучшие карты брать. Ну а на этом все. Всем пока и спасибо за просмотр. Удачи вам, ребята.